В Молдове под патронатом президента будет издана монография по случаю 25-летия Конституции. Вопросы издания новой книги обсуждались на встрече главы государства Игоря Дадона с членом Совета гражданского общества при президенте Республики Молдова Виктором Пушкашем. Монография детально описывает, используя соответствующие материалы, весь ход разработки, принятия и воплощения в жизнь положений Конституции. Цель этой работы – предоставить гражданам возможность узнать о роли Конституции как основного закона страны в жизни государства и каждого из нас. Авторами монографии выступили двое авторов – Валерий Кучук и Виктор Пушкаш, экс-председатель Конституционного суда. Глава государства уверен, что работа получится профессиональной и ответственной, и подтвердил в ходе встречи с Пушкашем готовность администрации президента и далее поддерживать публикацию научных работ и реализацию различных инициатив, которые могли бы пояснить важность фундаментальных принципов, прописанных в Конституции, на благо и во имя процветания граждан.